ВИЧ-инфицированные пациенты в Алматы могли заразиться внутри больницы. О деталях расследования сегодня сообщила главный санврач страны Айжан Есмагамбетова. По ее словам, в городе выявили нулевого пациента, у которого был сомнительный результат анализа на ВИЧ. Через неделю его планировали обследовать повторно, однако он скончался от осложнений. Материалы по результатам проверки переданы правоохранительным органам. Напомню, о заражении трех пациентов ВИЧ-инфекции стало известно 14 июня. По результатам проверки комиссии от должности отстранили главу Центральной городской больницы Наримана Табумбаева. В ходе генетического секвенирования всех четверых был установлен один и тот же тип вируса со 100% совпадением. То есть эти все данные, они свидетельствуют об одном источнике инфицирования. Что предварительно по данным комиссии не исключается внутрибольничный путь инфицирования. И связан он, вероятнее всего, с нарушением медицинским персоналом стандартов операционных процедур при проведении медицинских инвазивных манипуляций.